Итак, всего пару секунд эфирного времени, чтобы показать одну очень интересную штуку, которую я недавно сделал с поездом. И, наверное, на этом все. С этим поездом больше снимать его не буду и закончу работу. Несмотря на то, что некоторые детали недоделаны остаются. Итак, про штуку, которая мне понравилась. Вот здесь вот добавил решетку и все это выкрасил в такой серебристо-хромированный цвет. Довольно-таки интересно получилось. Необычно. Вот такой вот поезд. Останется недоделанным колесо, потому что у меня просто нет подшипника. А покупать я не хочу. Фонарик уже сзади я вешать не буду. И вот такая вот деталь, она у меня долго лежала. Не знаю даже, от чего это, к чему это должно было быть. Я ее так здесь приладил. К месту она хорошо встала. С той стороны тоже бы надо бы такое сделать. Но это выточить нужно. Здесь шестигранник, здесь кружность. Все это полировано. Здесь вот тоже все заполировано. В принципе, можно все это сделать и соединить. Но у меня токарного нет. И материала, из которого точить, тоже нет. Поэтому это останется только с этой стороны. Ну так, все закрепил, все на месте, все, ничего не болтается. Вот. Здесь вот тоже мне классно понравилось это место. Вентиль, спираль, еще одна железочка. Ну и вот здесь вот с этой стороны все колеса имеются. Ну а этой вот деталька, о которой я говорил, ее нет и вряд ли я ее изготовлю. А здесь с этой стороны манометр. Нерабочий, бэушный, выбросили его как всегда. Ну, на этом все. Больше времени у меня на него нет. Завершу на том, что есть. В том состоянии, в котором он сейчас пребывает. Может быть, когда-нибудь я его доделаю. Вот он такой. Много разных у меня поездов. Этот займет свое место в коллекции.